по всей стране, от края и до края. Нет города такого, нет села, куда бы ни пришла победа в мае великого 9 числа. Во Дворце культуры прошел праздничный вечер, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Участников клуба «Ветеран» поздравил глава Угличского муниципального района Анатолий Курицын. Я хочу всем вам сказать огромное спасибо. Спасибо за любовь к малой родине. Спасибо за любовь к нашему родному государству. Спасибо за то, что ваше сложное время вы из руин поднимали наше государство. Это сложно. И доказали своим делом, своим трудом. И наша Россия стала великой страной. Это благодаря вас. Я хочу вам всем сегодня пожелать, чтобы в ваших семьях светило яркое солнце, чтобы у вас всегда была хорошая погода в доме. Дорогие мои, я хочу вам сказать огромное спасибо, что вы всегда рядом с нами в трудную минуту, потому что вы то поколение, которое не умеете кривить душой. Вы то поколение, которое переживаете за все, что делается у нас в Угличе, в Ярославле и в целом в России. И всегда стараетесь быть рядом, особенно в трудную минуту. Поэтому, дорогие мои, вам здоровья, счастья, любви, благополучия. Спасибо, что вы у нас есть. С праздником! Поздравляем с 9 мая и желаем в этот день много радости и света, и здоровья, как примите. С Днем Победы поздравляю и желаю всем добра, мира вечного и счастья. Грянем вместе мы! Ура! 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 Участников праздника с Днем Великой Победы поздравили ветераны военной службы, офицеры запаса вооруженных сил Советского Союза и Российской Федерации, председатель Совета ветеранов Угличского района Виктор Клюшкин. Каждый ветеран получил одну из праздничных открыток, сделанных школьниками и воспитанниками детских садов. Свои навыки показали представители отряда «Юный друг полиции средней школы номер 2». Наша команда – Россия! Наш девиз – Россия вперед! Россия, ура! России крылья расправить пора! Горячее сердце, острый ум! Нашу Россию ждет триумф! Самое главное, вам крепкого здоровья, любви, благополучия, а вашим детям и внукам никогда не знать, что такое война, тягот ее, боли и все, что она сопровождает. И, конечно же, выразить вам благодарность за ваш труд, за вашу победу, за тех, кто воевал на фронте, тех, кто ковал победу в тылу, тех, кто был детьми войны. Они тоже пережили очень тяжелые дни. Всех с Днем Победы, с праздником, всем счастья. Пусть вокруг расцветает мир, спокойствие, дружба и единство. Пусть добро всегда побеждает зло. И царит счастливое время, полное улыбок и радости. Крепкого вам всем здоровья, с праздником, Днем Победы! В цветенье трав еще одна весна пришла за вечным солнцем следом, в который раз любимая страна встречает этот праздник, День Победы. И пусть у нас нелегкая судьба России быть наперекор всем бедам. И знаю я, страна моя всегда встречать все так же будет День Победы. Hey, hey, hey.
праздничной концертной программе принял участие хор ветеранов Сударушки Дворца культуры. Любимые песни исполнили солисты Наталья Глазкова и Александр Львов.